Самопомощи, как мы уже сказали, в Раде сегодня не было. Они отправились на Донбасс поддерживать блокаду. При этом глава парламентской фракции комментировать что-либо журналистам уже на месте отказался. Тем временем, с момента введения чрезвычайных мер в энергетике, тепловые электростанции сократили потребление антрацита уже вдвое. Об этом сообщили в Укрэнерго. Хотя в компании уверяют, что отопительный сезон закончится все же без сюрпризов за счет атомной энергии. Но и ее запасы не безграничны. Ми гарантовано зможемо пройти осінньо-зимовий період і до закінчення опалювального сезону без обмежень споживачів, без відключень. В разі, якщо не буде вирішено питання постачання вугілля, то в будь-якому разі, рано чи пізно, система може стикнутися з дефіцитом електричної енергії.